Военно-морские силы США увеличивают присутствие в Черном море, чтобы противостоять наращиванию российских сил в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военные источники. По словам собеседника телеканала, Вашингтон принял решение направить два эсминца в Черное море в рамках усилий по уменьшению чувствительности Москвы в связи с присутствием американских вооруженных сил в регионе. Стоит отметить, что в настоящее время в Черном море одновременно оперируют два корабля ВМС США минувшие выходные в Черное море вошел эскадренный миноносец USS Carney, который присоединился к уже находящемуся в регионе эсминцу USS Ross для проведения операций по обеспечению морской безопасности. Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Россия должна выразить протест в связи с наращиванием американских военно-морских сил США в Черном море. Нахождение военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире. Я думаю, что мы должны выразить свой явный протест. По мнению депутата, это не что иное, как бряцание оружием, которое ни к чему хорошему не приведет.